Ну что ж, ребята, всем привет. Это у нас новое видео. Да, ребят, конечно, очень давно не было видео на компьютере. Решил именно сегодня заснять для вас. Сегодня у нас будет видео по стандов 2. А если не буду играть первую катку стандов 2 на компьютере. И сам уже впервые в жизни я играю. Я первый раз буду, хорошо? Вот, ребята, это первый раз, да, вот, и, ребята, и, вот, так что, ребята, сейчас будем начинать. Кстати, ребята, у нас появились А4, вот, А4, и я вам могу показать в конце, будет видео такое, будет такой фильм, ну, маленький, короткое видео, и где я буду взять. Потому что, ребята, идем к стендофу. И вот, ребята, мы зашли в стендоф 2. Так, ну что, ребят, мы зашли в стендоф 2. Сейчас будем играть. Я вообще первый раз буду играть. Вот, ребят, всем приятного просмотра и смотрим. Так, вот играем. Так, ребята. Так, все, началось. Сейчас будем играть первый раз. О, даже сразу уже пошло. Ну что ж, сейчас будем заходить. Ребят, ты уже готов уже заходить. Вот, ребят. Так что, ребята. Вот, ребят. Что, заходим в стандоф, все, идем. Ребят, первый раз. Ой, у меня так это. Сейчас, ребята, я напишу кое-что друзьям. Сейчас я возьму. Ребят, это честно, первый раз играю. Не знаю, я выиграю или нет. Сейчас мы это посмотрим. Не лагает. Блин, ребят, залагало. Правда, ребята, залагало, конечно. Ладно, залагал, ладно уже. Она только не флешка. Ребят, я вообще ненавижу флешку, потому что я ничего не вижу, они сразу меня уничтожают. Ну ладно, сейчас зайдем. Ребят, правда интересно играть на компьютере, правда. Мне очень нравится. А на телефоне, ну, тоже удобно, но трудно. Ребята, это первый раз убил. Обалдеть. Ну круто, ну круто. Так, сейчас возьму. Я просто на клавишах надо брать. Так, что возьму? Ой. МП очень хорошее оружие. Ну, кстати, есть еще одна. А зачем он кинул? Зачем? Ну ладно. Чуть я не умер. Так, что, я опять то там что-то. Ну ладно, окей.
Ясно. Направо! Так, а как заезжать? А, заезжать вот так. Я просто первый раз играю, честно. Ну, очень хорошо, кстати, очень удобно. Я тогда, к сожалению, ребята, уезжаю на дачу, не выкладываю ролик. Вот как это... Откуда у нее аркан? Мы видели нож? Вы видели? У нее какой-то нож был. Керамбит, что ли? Что? А не керамбит у нее? Что? Что это за керамбит был? Ну ладно. А что за керамбит, блин, обалдеть? Ну ладно. Ребят, кто хочет мне помочь купить голды, я вам покажу айди. Купите, пожалуйста, мне голды, я куплю арканы. Я буду играть с ним, окей? Ребята. Я поиграю эту катку. И я вам покажу айди, мой айди. И задоньте, пожалуйста, мне голды. Только не воруйте. Только не воруйте мой аккаунт, очень хорошо. Блин, один. Это что же вы можете делать? Надо было оружие какое-то взять, ребят, конечно. Ну ладно. А, нет, вначале оказывается не там, ну ладно. Мастер забрал. Мы просто обновили, ребят, компьютер, поэтому сейчас уже удобно играть. А когда был старый, просто мы меняли жесткий диск, там вообще ничего особо не было. Конечно, это неплохо, когда я проигрываю. Да почему я на сон? Я хочу какое-то такое... Мэн, я уже забыл, как это мэн. Ну что они все по-другому ходят, а? Ну да, не знаю. Ребята, откуда у меня арканы? Ну это жесть. Не, ну это не честно. Купите мне, пожалуйста, голды. А? Купите, пожалуйста. Это не дорогие, это не дракон, но надо по конце катки надо проверить. Опа, давай. Проиграем, ну ладно. Ну, ребята. Ребят, мне эта тема звонит. Мне мешает как играть катку. Соня! Ребята, мне, да, все время кто-то звонит, и мне мешает играть. Понимаете? Ну, это одноклассник тема. Я не буду врать. Я потом, после катки. После видоса. Купите, пожалуйста, ребят, голды. Вот, потому что я хочу... Я очень хочу это самое, купить арканы. И будем стримить. Кстати, стрим будет... Не знаю... Ребята, я стрим пока не знаю. Я стрим пока не знаю, когда буду делать. Ну, давайте я, если сегодня у меня будет время, я запущу тебя, окей? Я обещаю, я завтра уже на дачу. А может хотя и сегодня, после не может и ничего. Ребят, очень трудно играть. Здрасте. А как?
ребят, руки. Давай. Никто не умеет. Ладно, ребята, смотрим концерт, откуда можно взять эти четыре. Все, ребят, посмотрели, все, ребят. Пока, ребята,
Стрим я сегодня не знаю, буду запускать или нет. Это я буду узнавать. Все, ребят, всем пока. Увидимся. Ну, видео буду шортс. Ну, видео на компе, на конце. Я не знаю, когда Питер будет. Я вообще на тачу буду. Вот. Так что, ребята, извините. Давайте, ребят, всем пока. Увидимся.